отремонтировал тепловой вентилятор Polaris. И сейчас я покажу, из-за чего он сломался. И вообще это очень частая проблема, почему он ломается. Так что, может, у вас тоже такое было. Ну и это легко ремонтируется. В общем, вот этот вентилятор. Он, у него есть три режима работы. В первом режиме работает только, крутится только вентилятор. Вот, и в этом режиме потребление около 30 Вт. Ну, там где-то 27. Вот, потом второй режим – это киловаттный нагрев. То есть потребление киловатт. То есть там печка нагревается на киловатт. И второй режим, третий режим – это 2-киловаттный нагрев, самый мощный. Вот. И вот после такого режима нельзя резко выключать его, потому что там сейчас очень-очень раскаленная вот эта нить накаливания. И то есть сначала надо включить режим просто вентилятора, чтобы вентилятор остудил вот эту накаленную нить. Вот, там буквально секунд 5-10 подождать, чтобы поработал просто вентилятор. И после этого уже надо его выключать. Вот, и в таком случае предохранитель не будет перегорать. Вот, и сейчас я покажу это наглядно на тепловизоре, какие там температуры и почему нельзя резко выключать. Сейчас это все будет видно на тепловизоре. Вот, тепловизор, вот, включил просто вентилятор пока. Сейчас включу первый режим, вот, температура сразу резко поднялась, он уже 70, 80. Ну, там где-то до 100 поднимается при первом режиме, вот уже 90. И вот, включая второй режим, все, и температура просто взлетает, там уже 130, 180, тут тепловизор даже подвис. Сейчас уже там вон 190, 206, то есть температура 210 градусов уже, офигеть. И вот если бы это в таком случае, если резко его выключить, то все, эти 210 градусов нагреют тепловой предохранитель, и он просто выйдет из строя. Вот. То есть надо вот сейчас включил вентилятор. Вот он остывает уже чисто вентилятором. И все, секунд там 5-10, и все, и потом уже можно выключать. Вот. А тепловой предохранитель, который перегорает, он рассчитан всего лишь там на 117 градусов или на 113, вот. Ну, это как бы сделано, то есть температура может показаться невысокой, 113 градусов, но это просто сделано для безопасности, вот. То есть поняли, да? Печка разогревается до 210, а предохранитель рассчитан всего лишь на 113 градусов, вот. И только за счет того, что в вентиляторах горячий воздух сразу же выталкивает наружу, предохранитель не успевает нагреться до 200 градусов. Вот. А если резко выключить вентилятор полностью, то все. Эти все 210 градусов просто сожгут предохранитель. И такое, в общем, это часто бывает, что вот так вот, ну, как бы неправильно используют, ну, не знают, как правильно пользоваться, и вот таким способом просто сжигают предохранители.